Работаем? Телецентр Останкино. Самое правильное место, чтобы понять, что такое стиль, что такое мода. Почему? Где? Что пошло не так? Десятки, сотни телевизионных и интернет-проектов снимаются в этих стенах, в этих декорациях, в этих студиях. Не снимаете? Нет, это только микрофон. Находясь в эпицентре эпицентра, мы создали свою студию с профессиональным оборудованием, с профессиональными камерами, звуком и светом, в котором происходит уникальный перформанс. Меня зовут Инна Агафонова. Лара. 10 участников, которые приходят к нам на площадку с одним желанием узнать, что такое стиль, как быть стильным. Меня зовут Марина. Очень нравится все, что связано с модой. Мы наблюдаем практически в прямом эфире за их преображением, за преображением наших героинь и наших героев. Через 2 месяца мы посмотрим, какие будут результаты. Вообще время за молодыми. Кто я? Ну, от курсов мне бы хотелось получить представление о том, как одевать себя и других людей. Я пока не готова. Мне хочется усилить с помощью стиля, с помощью своего имиджа, мне хочется усилить, скорее всего, изменить свой внешний вид. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Зачем я здесь нахожусь? Меня зовут Майя Рувищева. Люба. Наверное, чтобы шепнуть, ну, что-то новое, узнать для себя и, возможно, научиться стилю. Окей, отлично. Люба, супер, коммуникация получилась. Ну вот парадокс, да, о котором я говорю. Не давайте бесплатных советов. А с чего тогда начать? Потому что никто сначала не будет просить этих советов. Потому что, ну, это тот мир, в котором мы сегодня живем, и даже авторитеты уже не авторитеты, да? А как стать авторитетом, когда тебя никто об этом сначала не просит? Это очень хороший вопрос. Если вы посмотрите на фотки 50-х годов, все женщины ходили с одинаковыми буклями в одинаковых платьях А-силуэта. Почему? Потому что Бог им так сказал. Самую лучшую, самую любимую вашу фотку. С любого времени. Неважно. А стилем заниматься я советую, ну, рекомендую, это классная, это совершенно замечательная активность, профессия, она будет очень востребована. Но если вы сами, уверенность, вы, ничего, что я так, мне вот очень серьги ваши нравятся, что это за серьги? Имиджмейкер создает образы, да, стилист просто, ну, классно вот сочетает вещи, да. Что предпочтительнее, да, что для вас является более увлекательным. Я думаю, что все, что сегодня идет через харизму, через, ну, через перформанс, да, через вот проявление вас, вообще вперед. Это что-то большое, то есть это большое и плотное, глобальное. Да. А стиль это чисто технически разложился. Ну, да. Технически это же намного проще, конечно, чем. Конечно, проще. Имидж это огромное, большое что-то, оно может быть сродни вот, с лидерскими качествами, с духовностью, да, с чем-то, да, глобальный образ, да, гармоничный образ, будем так говорить. А стиль, поэтому... Личный бренд это наносное или это органика человека, его естество? Вот, вот мы прям нащупали сейчас боль. А что вам мешает? Это ваш перформанс, честно. Люди вас запомнят, обратят внимание и скажут, я хочу, чтобы этот человек давал мне советы. Правда. Мы будем об этом говорить на каждом занятии. Одежда, аксессуары, обувь, не волнуйтесь, все будет.